Салют, коты и кошечки, дамы и господа, с вами я, Олег Гром, и скажите, что это за лампочка, какого черта Magic Blue написано? В общем-то, в моих стримах, онлайн-эфирах вы заметили то, что очень разное освещение, и начали спрашивать, что же я использую для этого, причем прям очень активно. Я недавно показывал одну лампу, сегодня показываю еще вторую лампу, которую я использую. Брал я специально разные лампы, чтобы определиться, какая лучше для меня, и могу сказать, что вот это для меня поинтереснее, чем LifeSmart, но исключительно, опять же, под мои нужды. И та, и другая работают по технологии Bluetooth, то есть соединяются с телефоном, и все прекрасно работает. Что-то еще добавить-то? В общем-то, комплект проставки, поставки самый простой. Я не знаю, нужны ли вам эти пиктограммы, или не нужны 50 тысяч часов. Ну, это и так понятно, потому что диоды. Упакована она здесь интересней, как мне кажется. Хотя выглядит менее интереснее, чем предыдущая. Посмотрите обязательно предыдущий обзор и поймете, что для вас важнее. Цоколь E27, самый обычный, как и в прошлом варианте. Таких ламп сейчас разных очень много, и цены на них тоже весьма разные. Вот. И в комплекте идет вот такой QR-код, по которому вы можете скачать приложение и установить его на свой Android-фон. Вот. Либо в App Store скачать для вашего iPhone. Прямо сейчас с экрана можете отсканировать, я чего жду-то. Включаем. Она начинает работать в том режиме, в котором была изначально задана. Заметьте, что у этой лампы строба нет на видео никакого. То есть вот как есть, так есть. Ну, то есть это гораздо лучше, чем с прошлой версии. Что же здесь? Приложение очень простое. Приложение состоит вот так вот. Он просто определяет лампу, сканирует все вокруг, находит лампу, щелкаешь, подключаешься. Здесь можешь выставить готовые пресеты какие-то. Это я вот выставил уже внизу, по которым лампа будет меняться автоматически. То есть эта лампа мне нравится больше. Она не требует никаких регистраций в интернете, ни вообще самого интернета. Вообще ничего не требует. То есть вот очень-очень просто. Причем здесь же ты можешь регулировать яркость. Когда делаешь низкую, видите, пошел строп из-за шима, да? Когда делаешь выше, вообще все прекрасно. Причем здесь довольно интересно выполнено. Если в прошлой версии, увеличивая яркость, мы могли только тем вариантом, что добавляли белые диоды, и сам цвет исчезал, то здесь светятся ярче сами диоды, и это хорошо. Вот зеленый, любой цвет можете выставить, и очень хорошо создает необходимую атмосферу. Мне эта лампа прям очень-очень сильно нравится. Окей, я ее брал именно для этих целей. Вы скажете, что еще она может? Она еще может быть просто какой-нибудь желтой нейтральной лампой. Очень яркая. Она ярче, чем LifeSmart-овская. По ощущениям, это где-то, если LifeSmart-овскую я говорил 40 ватт, но это весьма условно, очень-очень условно, то здесь где-то 60. Но опять же, очень условно, потому что все это немножечко поменьше. Вот. Что еще она умеет? Здесь тоже куча различных вариантов, как ей работать. То есть там плавно перетекать из одного в другой. Причем здесь ты можешь скорость регулировать. Ну вот. Такие фейды, да, очень-очень интересно. Различные там моргалки тоже. Все это имеется. Строп там можно добавить, убавить. Все такое. Хорошо. Сейчас я вернусь, поставлю основной цвет. Также есть музыка. Также, ну, для всяких там, когда музыку включаешь, она плавно начинает там меняться. Есть там дискотека, когда под ту музыку, что вокруг, она реагирует, для этого надо все включать. Можно там камеру включить, прочие всякие штуки. Вот, сейчас вернемся назад. Какие-то будильники есть, еще всякая шняга. Совершенно мне, например, неинтересная. Сцены какие-то. Я даже это не смотрел, потому что, ну, я этим не пользуюсь. Мне просто надо выставить цвет, и все. Можно что-то закастомизировать. Вот. Вот так. В предыдущей лампе можно выставить. Например, здесь тоже можно выставить.
по таймеру различные включения, выключения, чего, когда, когда включится, когда выключится. Я не считаю, что это такая основная функция просто-напросто. А так можно, можно сделать там закат солнца вручную, да, грубо говоря, когда лампа плавно выключается с нужной цветовой температурой. По-моему, здесь тоже такое что-то есть, но это из разряда, как бы, блин, не знаю, мне это... 300 лет не надо, а кому-то, может быть, надо, но я не знаю, опять же, кому подобная штука надо была. Здесь вот, пожалуйста, цветовой круг, любой цвет выбираешь, тут же все это прям вообще очень-очень приятно. Мягче, там, посветлее, потемнее. Прям шикарно вообще. Вот в плане выставления какого-то света, чтобы он работал у вас в вашей студии, данная модель прям вообще отличная. Magic Blue. Ну, во всяком случае, как я уже сказал, это мне так все нравится. Можете посмотреть предыдущую, посмотреть эту, посмотреть кучу других ламп и решиться для себя, надо вам что-то подобное или не надо. Мне надо. А вот вы спрашивали, вот я показал. Надеюсь, я удовлетворил ваше любопытство, а дальнейшее любопытство свое вы сможете удовлетворить легко, перейдя по ссылке, там, где я брал, посмотреть, ну и выбрать либо что-то себе, либо точно такую же взять, либо где вы, кстати, будете брать, мне абсолютно все равно, то есть где хотите. Ко мне не выкатывайте претензии, я не магазин, я это ничего не продаю, так что не знаю. Есть люди просто, которые пишут что-то вроде: «О, да это, да ты продаешь». Да ничего я не продаю, мне пофиг, где ты возьмешь, чувак, возьмешь ты ее, не возьмешь, мне вообще плевать. Я ответил лишь на те вопросы, которые задавали адекватные зрители, а не те, которые мелят какую-то чушь. В общем, всем адекватным зрителям вот такой вот респектос, вот просто вот такенный. Ну да, и вы тоже ставьте лайки, как бы я вам респектос, вы мне респектос, все неадекватные лососните тунца, лилизните все что-нибудь еще там, ну в общем, как обычно это бывает. Встретимся в онлайне на прямых эфирах. Подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайки, восторженные комментарии также приветствуются. Доброе слово, оно и кошке приятно. А с вами был я, Олег Гром. До скорых встреч. Пока-пока.